Сегодня в России отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. В Северной Осетии эта служба входит в состав специализированной пожароспасательной части. Состоит она из 5 человек, начальника службы и 4 бойцов. Благодаря этому квалифицированную помощь они могут оказать в любое время дня и ночи. Сотрудники службы реагируют на любые ситуации, носящие радиационный или химический характер. В зоне реагирования специалистов территория не только Северной Осетии, но и с определенных республик. Служба радиационной химической защиты образована 1 июля 2013 года. Ее первоочередной задачей является радиационная химическая разведка на пути ввода основных сил и средств, то есть на пути ввода специализированной пожарно-спасательной части к месту проведения аварийно-спасательных работ. Если есть подозрение или если есть угроза заражения, то ли радиационного, то ли химического характера.